Ваше поручение по обеспечению финансовой стабильности ВВП РФ выполнено, и к концу 2019 года при поддержке правительства и взаимодействии с Федеральным собранием путем поправок в бюджетное законодательство мы добились того, что сейчас достаточность капитала по международной отчетности, по МСФО, такова, что мы в состоянии не только выплачивать внешний долг, который был привлечен ранее, но и активно участвовать в повестке, национальной повестке развития, которая определена указом президента в мае 2018 года. Ликвидности на наших счетах достаточно, и в этом смысле мы сейчас в абсолютно здоровом, нормальном состоянии. И мы уверены в том, что теперь мы не только по тем проектам, которые были намечены и в 2019 году, мы еще более активно будем участвовать в работе правительства по достижению национальных целей развития. Какие проекты в 2019 году были одобрены? Ну, во-первых, я должен вам сказать, что мы теперь полностью перестроили работу и не конкурируем с крупнейшими кредитными организациями Российской Федерации. Такого больше нет.